У регионального управления Министерства юстиции новый руководитель. На этот пост назначена опытная юрист и управленец Ольга Никонова. Сегодня ее представили главе республики. В органах юстиции Ольга Никонова работает свыше 15 лет. За это время прошла путь от главного специалиста до заместителя начальника ведомства. Получив служебный документ, вновь назначенный руководитель управления Минюста отметила, что продолжит следовать намеченному курсу и повышать качество работы. Это огромная честь и это огромная ответственность. Мной будут предприняты все меры для качественной деятельности управления в сфере защиты прав и законных интересов граждан и организаций в деле сохранения мира и стабильности в Чувашской республике. Ольга Николаевна вот в силу своей деятельности она обеспечивала и обеспечивает реализацию задач в сфере защиты прав и законных интересов граждан и организаций, обеспечения единого правового пространства. Руководителю управления Минюста необходимо решать большой круг задач. Ведомстве курируют работу адвокатов, нотариусов, ЗАГСов и деятельность некоммерческих организаций. В этой сфере немало уязвимых мест, которыми пользуются мошенники. И вот от нормотворческой работы, от правоприменительной практики зависит доверие людей к органам власти. Поэтому я говорил, еще раз хочу отметить, всегда нужно поступать по закону и по совести. Деловое такое конструктивное взаимодействие налажено. У кабинета министров и органов местного самоуправления мы выезжаем ежегодно несколько раз в муниципальное образование, проводим публичные встречи и с депутатским корпусом, и с руководителями некоммерческих организаций для того, чтобы получать достаточную достоверную и справедливую обратную связь. Представить нового руководителя приехала начальник главного управления Минюста России в ПФО. На встрече с Михаилом Игнатьевым Сергей Быстревский отметил, что в республике соблюдаются все правовые основы. В Чувашской республике я обратил внимание, что очень установленные сроки приводятся в соответствие все. И вот длительного неприведения, как так есть вот в некоторых регионах, такого нет субъектов нормативно-правовых актов. Взаимодействие правительства региона и управления Минюста помогает решать оперативно задачи в сфере защиты прав и интересов жителей. Руководителю ведомства Михаил Игнатьев пожелал результативной работы. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.